вам разбила. Да, а я сама. Остановка. Чтобы выйти из трамвая, нажмите мигающую кнопку, расположенную на двери. Дверь откроется автоматически. Посадка и высадка пассажиров. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Ольги Фокс. Да, да. Смешного, ты ужас. Я помню, что упал, говорю, дядечка подошел, посмотрел на меня и ушел. А, я тут вообще никого не помню, я вот тоже. Одна другая вроде бросала, а вторая не уезжает. Я как первый день, я только уезжает. А ой, сумочки, которые он не бросил, помогла Катерина, она помогла, как я там была, я не помню. Выйти из трамвая, нажмите мигающую кнопку, расположенную на двери.
Двери откроются автоматически. Да, да, да. Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на остановке. К выходу готовьтесь заранее. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Ушинская. Приехали. До ручью. Хорошо, до февраля. Да, гуляйте, наслаждайтесь. Да, у нас есть репортаж там на стороне. Всему парку левой. Всего доброго. Ой, надо же кнопочку нажать, иначе сам не откроет. Ступенька куда не шло, да? Ну да, да. Вот. А в Германии там вот так ступеньки, прям вровень почти. Вы же есть? Там возвышение сделано небольшое, на пускай проверит. На остановке возвышение сделано. Да. Ну, я так рада, что в аптеку-то зашли. Пойдем. Пойдем. Удачно. Хоть здесь-то повезло. Ну да. Ну, нам нужно вон здесь. Афина-то не ограда? Нет. Стой. Нет, у машины, которые говорят, но на этом можно пройти. Он 51-й ходит. Он старый. Еще елку не разобрали, стоит елка. Ладно, пойдем.
начинаю на отсюда поворачивать. Да. Получается, что да. Ну и погода. Дождь, ветер. Она сказала, в трамвае где много народу, там еще и кондукторы есть. А где маленькое там это передвижение какое-то, там нет кондуктора. Один парень хотел бы уже две сидят. Что-то не знаю, ну вроде бы...